Всем привет! Сегодня мы рассмотрим обновления, которые пришли к нам в этот четверг и предыдущих пару. Я, к сожалению, не смог записать предыдущие видео, потому как был занят. Но я думаю, мы сейчас рассмотрим быстренько все обновления, которые к нам пришли в последнее время. И их не так уж и много. Прошлый четверг нам добавили карты Таро. Вот эти вот карты гадания. То есть ежедневно после 12 обновляются карты. И они доступны каждому, получается. И это довольно-таки неплохой бонус, кроме одной карты. Одна есть карта, это Отшельник, которая ничего не делает. В основном все карты удваивают бонус. Есть некий баг с картой, которая удваивает бонус энергии, да, то есть энергия, которая вам дается в 12 и в 18 часов. Там дается плюс 50 энергии, а карта ее удваивает, но она... Помимо того, что удваивает, она еще дает вам в инвентарь 50 банок по 5 энергии, да? То есть это еще 250, то есть дает 600 энергии за день. В принципе, это немного такой как бы баг, бонус, не знаю. Вот, есть хорошие карты, это удвоенный бонус сундуков с логова Лавалорда, удвоенный... бонус сундуков из логова босса и хороший еще сброс бобового стебля. Да, такие карты. Их, в принципе, очень много, их там примерно штук 15, и они различные, ну, практически все это удвоение бонусов, то ли там сундуков, то ли опыта, то ли золота, в принципе, такого. Далее нам добавили драконах навыки, да. Их как бы добавили, но еще не дали вот эти вот айтемы, да, весеннее дерево и так далее. Эти айтемы нам просто еще не добавили, и мы даже никак не можем ничего сделать, да, то есть не выучить ни за магические камни, ни за что. И я перерыл всю информацию, облазил все сервера, китайские, вьетнамские, американские, европейские, азиатские, ну, везде я был, и я пытался найти... где будут браться эти вот ветки и тому подобное. Везде, где только смог найти, это было за донат. То есть вы там донатите определенную сумму и получаете там 50 веточек, там 20 веточек, 30 веточек. Это вот то, что я смог найти. Возможно, будет какая-то алхимия, к примеру, где там тоже по умножению будет. Вот. Ну, пока на русских серверах навыки введены, но они недоступны для использования, потому как не было еще... никаких акций, ивентов на айтемы. Далее, в последний четверг, да, вот в этот нам добавили аватары. Вот, вы нажимаете на персонажа в крайнем верхнем левом углу. Далее у вас выскакивает окошко с вашим персонажем, и вы опять нажимаете на персонажа, на свою иконку аватарчик, да, и вот добавляется кнопка аватар. Нажимаете аватар и можете менять. То есть вы можете менять между всеми аватарами. Первых там три это бесплатные. Потом вот эти вот, это уже там за 20 тысяч золота, за 50 тысяч золота. Вот. Но еще есть один минус. Аватары рассчитаны на VIP. Да, если последний ряд это VIP 12 вам нужно, предпоследний VIP 11, здесь VIP 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да. То есть только первый ряд доступен бесплатно. А дальше уже нужен VIP 1. И поехали, поехали. То есть дальше VIP 2, VIP 3. Вот, 50 тысяч золота. Монеты купить. Вот магические камни. Дальше вот за магические камни. То есть вам мало того, что его использовать, то его нужно еще активировать за золото. Да, вот эти уже за магические камни. Здесь уже за золото нельзя. И чем выше, тем дороже. Ну вот. Здесь вот еще есть за монеты. 100 тысяч монет. Но я за монеты еще не покупал. Надо все купить за монеты. Да, вот 80-80. Смотрим дальше. Здесь что, магические камни. Ой, немножко подгружается. Вот магические камни, все. Интересно, будет еще дороже, чем 100 тысяч. А, вот, 500 тысяч монет. 200 камней. А, за мануха, да? Так, думаешь, следующая тоже за камни. Хоп, и 200 камней сняла. Я, в принципе, за камни не хочу тратить. Вот, 800 тысяч монет. Приятно. За монеты? Вот, за монеты я готов покупать все.
этих монет 999 миллионов и еще в запасе там на немножко. Оно выше будет, интересно, или не будет? Еще за монеты. Нет, походу не будет. Уже магические камни только. Уже 400 магических камней, а дальше, я так понимаю, вообще там еще больше и больше и больше. Да, здесь уже VIP 11, VIP 12. Я остановился на вот таком вот тигренке, не знаю. Вот, это вот смена аватара. Вот здесь они меняются полностью. А есть еще, дальше будет изменение рамки. То есть вот у вас аватар, и вокруг аватара просто такая белая линия. А будет еще там рамки. И тоже они также будут нажиматься на персонажа. Будут там две кнопки аватар. И там, я не знаю, как на русском будет она уже называться. Будет называться еще как-то около типа рамки, я не знаю, обруч, я бог его знает, как они его назовут, в принципе. Но в дальнейшем это будет, и они тоже будут меняться, но их там немного, их там около 12-13 видов, там зеленые, красные, ветки, там непонятно, деревья, что-то такое типа обвивающее. В общем, в принципе, такой косметические изменения, в принципе. Вот. В принципе, это все. Да, нам дали еще сильнейший отряд, запустили в этот четверг. Основные обновления, я думаю, я назвал. Ну, в принципе, все. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.